Отчет за сегодняшний день. Поймали 22 судачка. Вот такую вот удочку. 22 судачка. Всех приветствую. Очередной выезд у нас на рыбалочку. Будем пробовать сегодня рыбачить на судачка, на коней. Ну и смотрите, пожалуйста, как это у нас будет получаться. Наши просторы Амура. Красотень неописуемая. Та сторона Амура, город Николаевск. Здесь у нас идет трасса на Хабаровск. Через Амур переезжаешь, идет трасса на Хабаровск. Подгорная. Сопки, Дальний Восток, красота! Все, опять приехали, будем пробовать опять ловить, чтобы нам больше стало. Все, пробурились. Да ты что, так нам много стало? Не понял я. У меня было выдвинуто, почему так получилось? О. Ну все, начинаем нашу долгожданную рыбалочку. О, поехали. Здесь почему-то дна больше. Чуть подальше отошли. Чуть подальше отошли. Здесь метров 7, наверное, под нами. Посмотрим, что здесь будет. Опа! Поклевка. Поклевочка была. Какая-то резкая такая. Не успел. Чок подходил. Опа! Да что такое? Сейчас прям хорошее что-то было. Прям такое. Схватилось здорово. Вот два раза ударило и все на это. Три. Вот оно. Что-то, ребята, есть. Опа. Что-то есть. Упирается, идет. Ух ты! Хороший. Хороший. Хороший судачок. Смотрите, какой. О! Ядреный. Вот это уже мне нравится. Вот это, смотрите, какой. Ух, красавчик, красавчик. Лишь бы не убежал. Ну, убежу, значит, ему здоровье. Да, подай мне, пожалуйста, мне ножик. Хороший судак. Ну, уйдет, значит, жить ему так хочется. Хороший, конечно, судачок, мне понравился. И такой грамм, наверное, на 600. Андрюха боится, что уйдет. Ну, может и уйти. Сейчас тепло сегодня. Сегодня градусов, наверное, у нас 15, наверное, где-то так. Погодка нам благоприятствует на сегодняшний день. Посмотрим, что клевать будет. Уже приехали не зря. Там Миха Танковщина дергает. Ну, Миха-то, да, коней пошел. Здесь вот мы рыбачим, здесь рыбачится судачок. В метрах полста, где-то 30 от нас, я потом вам покажу. Там чисто коньки. Не знаю почему. Говорю, такое расстояние небольшое. Там конек, здесь судак, корюшка. Не, ну там тоже может быть и корюшка. Корюшка сейчас везде потихонечку начинает ловиться. Там. Народ собирается потихонечку. Вот мы
Вот там вот, ох, какой рассвет красивый, восход. Там Михаила мы посадили, хотим посмотреть, что у него там клюнет на... Здесь коньков, говорят, ловят здорово. Ох, красота какая. Вообще. Красотень. Посмотрите, как красиво. Ну, давайте, что там у Михаила. Ну, у Миши что-то здесь не получается. Смотрите, как красиво. Ёлки-палки. Не хотит. Вообще должен с утра неплохо клевать. Тут раз здорово у нас клевал. Ну еще рано, в принципе. Опа! Опа! Аж пузыри пошли. Слетел. Вот он. Маленький. Такой не крупный. Но все равно. Приятно. Дичь. Дичь. Вроде как. Опа, есть. Вот он хороший, бля. Хороший, Андрюха, идет. Вроде бы хороший. Ну-ка. О, нифига, два. Смотрите. Они. Два. Нифига себе. Вот это да, дуплет. Дуплет, да. Друзья, дуплет. А, нифига. Один хороший, второй такой средненький. Это, о, забери у него. Дай сюда. Не отдаю? Найди. Вот это, ребят, да. Первый раз такое, ну. Вот это красава. Вот это красава, дуплет. Дуплет. Нормально. Вот, второй есть большой, крупненький. Дуплет, это вот, надо же так. Фига себе. Он подошел сначала, дернул, а потом они, видимо, вдвоем дернули. Сейчас смотрю, так тяжко идет. Понравилось мне. Вот это вот так вот нормально рыбачится. Сегодня даже, друзья, можно сидеть без перчаток. На улице, говорю, градусов сейчас стало маленечко, часов 9, стало где-то градусов 15, да. Вот он, красавчик, красавчик. По-моему, Андрюху мне надо смотреть. У меня. Ну, смотрите, поклевочки есть, да? Пошли, пошли, да. Но не крупный, ребят. Ох, хорошенький какой. Эх, посмотрите, какая красота-то у нас. Да, сбил он, Андрюх, у меня одну ножинку. Ну, что, откроешь ротик? Не хочешь, ты говоришь, у меня тоже ротик. Ножинку забрать. О, забрал. Нет, я не... Нет, забрал. Пошел процесс. Вот мне начинает нравиться. Мне тоже начинает нравиться. Хорошо, когда клюет, да? Да. Вообще прям интересно. Сейчас отрежем хвостик у рыбешки. Вот так вот. Вот так вот. Заряжаемся. Начал потихонечку. Видать, время ему подошло. Поклевать нам немножко. Это уже радует. Есть, есть, есть. Ух ты, идет, кто-то так круто идет. Круто, круто. О, хороший. Андрюха, цепани-ка его. Хороший. Хороший. Еще один хороший. Ну вот. Ты их решил это? Да, раскумаривать? Очень жалко сегодня. Еще один есть. Симпатишка. Не, красивый, красивый. Пойдем.
Да, еще один. Красота. Пошла рыбалочка. Миха нас опять уделал. И его с удочки. 6 штучек. Клевывает у него. И тепло сейчас, солнышко вообще здорово. Как тепло? Градусов 20-15. Подходит, да, она так дрюньк, и ты вытащил, да? Ну, здорово. Народ прибывает потихоньку. Вот он, друзья. Вот он, идиот. Идиот он у нас. Вот оно, красавец. Потянет. На жарёшку нам пойдет. Пойдет. Мелкого мы сушим. Еще раз скажу. Крупного жарим. А мелкого очень вкусно. Его подсушил. И с пивасиком. Ох, лепота. Вот он. Вот он. Вот он. Упирается, идет. Вот он, красавчик. Судачила. Дай ножик. Судачила. Эх, так не надо нам. Нам надо, чтобы был на концах крючка хвостик. Вот так вот нам надо. Удар был приличный. О, что ты сидишь? Да а что я не могу ничего сделать? Я сейчас смогу. Опа, есть меленький. Меленький, небольшой, но все равно приятно. Сейчас хвост протараканим. О, пошел процесс, идет процесс. Хорошая рыбалка. Да и там тепло сейчас. Угу. Ветер ту еще пошел. Да? Ну переверни эту хрень. Палочка прет. Ну тут был удар, не понравился. Блин. Даже не успел его фигануть. На этом мы заканчиваем свою рыбалочку. Посидели сегодня, порыбачили. Поймали 22 судака. Неплохой, в принципе, улов. Подписывайтесь, друзья, на канал. Будет много интересного. И всем до новых встреч. И пока-пока.